Анечка, смотри, мама сейчас будет шарики надувать. Смотри, иди сюда. Аня, иди к маме. Смотри, какие у нас шарики есть. Это шарики к твоему дню рождения. Вот, это такие же, как вот это. У нас есть еще в виде коляски маленький. Медвежонок. Нога. Ступня, скорее. Звезды маленькие. И большая цифра 1. Сейчас мы посмотрим, насколько она большая. Вот такая большая, интересно. Хватит ли у меня воздуха? Папа поможет. Посмотрим, будет ли во мне столько воздуха. А еще у нас есть очень страшный кот. И его мы начнем надувать. Так. Анечка. Вот здесь есть у него пимпочка. В нее надо вставить трубочку, чтобы надуть. Так. Так, сейчас. И теперь только надо из меня выкачать много воздуха. Пошел третий час. Все, трубочку вытаскиваем. Больше ничего не делать не надо. Ань, смотри, какой кот. Кот. Мяу. 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 Ты кот. Вот тебе кот, ты можешь играться с котом. Следующий клиент. Нас больше интересует вот эта пачка, где написано Happy Birthday. Открываем. Дочке очень понравился кот. Эри, ты не обидишься? Вот у нас здесь буквы примерно с размером половину ребенка. Очень много. Нифига себе. Да. На, ребенок счастлив. Надуем пару букв тогда. Вот букву П. Я надую остальные, Галь. Угу. Как их будем крепить-то туда? На ниточке. У них у всех есть тут дырочки подвешивать. Да, это кот. Он говорит мяу, мяу. Мяу. Кошка. Рыжий кот, рыжая кошка. Так, куда бы здесь засунуть еще? А что с этим делать? Сейчас я надую его. Надуть. Надувай. Надувай. Как это? Угу. Работает штука. Мы надули наши шарики. Вот этот кот некрасивый, который стоять умеет, кстати. Большущая цифра 1. И, конечно же, сама надпись Happy Birthday. Ну и еще, конечно же, здесь медвежонок, коляска, ступня. И слон. Покажи слона, пока он еще... Слон, да, слон еще живой, но ребенок делает все, чтобы... Как сказать? Смотри. Ну, короче, мы не вегетарианцы. Анют, а разве можно так? Рыба и слон. Ань, и котик, кот и слон. Мяу. Да, они такие. И единичка. А, кот умер.
У него одного уха нету больше. Все? Ухо оторвали. Ну, мы очень любим котов, так что, я думаю, починим. Ань, тебе тоже надпись приглянулась? Букву «Д» надо забрать? Ну, все получилось лучше, чем я думал.